Складной нож Kizler Supreme UTE, версия с накладками из G10. Один из самых удачных и утилитарных ножей Kizler Supreme из недорогого сегмента. Нож имеет довольно мощную конструкцию, как по рукоятке, так и по клинку, имеющему множество граней, создающих отличные ребра жесткости для силовой работы. Сталь в данном случае используется 440C, клипса стальная, с неплохой пружинкой. На обухе можно увидеть стеклобой довольно агрессивного вида. И также при желании можно вывернуть вот такую отверточку из тыльной стороны рукоятки. Также здесь наличествует открывашка для бутылок. Замок Liner Lock, довольно толстый и мощный. Открытие мануальное с помощью технологического отверстия. Нож имеет довольно небольшие габариты и прекрасно сядет как на карман, так и на любое амунирование.